Здравствуйте, меня зовут Натали, и я рада вас приветствовать у себя на канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать свою покупку. Это сумка от Marc Jacobs. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Чехол. Вот так вот выглядит эта сумка. Черного цвета. Это кожа. Модель сумки называется Pillow Bag. Размеры 26, 8 и 19. Имеется вот такая вот ручка короткая, которую можете носить на плечо. Ну и также имеется длинный ремешок, что позволяет вам носить как кроссбоди через плечо. Конечно, при надобности вы можете ремешок отстегнуть. Сзади имеется одно отделение на магните, куда спокойно помещается телефон. Также имеется внутри одно маленькое отделение на молнии и одно большое. Здесь у меня еще лежат эта этикетка и плюс документы. Вот. Покупкой осталась я очень довольной. Буду носить с удовольствием, особенно сейчас, в прохладное время года. Вот. Мне нравится, что она вот такая вот минималистичная, нет лишней фурнитуры. Да, я обязательно вам покажу распаковку и плюс, как эта сумка на мне.